Доброе утро. Сегодня у нас 8 декабря, на часах почти 12:00, и мы с Маргаритой приехали на конкурс «Ученик года». Ура! Вот. Посмотрим, что это за конкурс. Я тут в первый раз. Мы тут будем целых, по-моему, 5 дней. Да, у нас будет очень много испытаний. Творческая самопрезентация, краеведческий конкурс, там надо рассказывать про свой регион, а потом дебаты, кейсы и групповое какое-то задание. Вот. Сегодня у нас первый день, все только заезжают. Мы заехали, живем в Ульяновске, в гостинице «Венец». Венеция. Вот. Сейчас идем на обед, и потом у нас будет открытие. У меня даже есть с собой флаг Севастополя. А пока мы идем в институт на место проведения, я расскажу вам, как я попала на финал ученика года. В конце августа Российский союз молодежи объявил этот конкурс, и для начала был отборочный этап. Он проводился в регионах, и там по Зуму мы рассказывали о своих достижениях жюри. Я для этого делала презентацию, а также мы высылали им портфолио и оценки за предыдущий учебный год. По итогу с 43 регионов Российской Федерации выбрали лучших 82 ученика, чтобы они поехали сюда, на финал в Ульяновск. Всем добрый вечер, на часах 8:30, и мы вернулись с нашего первого дня с университета. Как я говорила ранее, все наши задания, конкурсные собрания проходят в Ульяновском педагогическом университете, который находится в 5 минутах ходьбы от нашей гостиницы. Мы вернулись, у нас все уже закончилось, было открытие, потом нетворкинг, потом обратная связь, потом мы еще сходили в магазин и купили себе поесть бананчиков, сушеных яблочек и гранатовый сок я купила, и еще йогурта. А сейчас хочу вам показать мерч, который нам дали, и также провести ром-тур. Ну что, вот эта вот кофточка «Ученик года» тут написано, она вот такая вот классная, мне очень нравится. И мой бейджик. Тут написано «Хаджимухамедова Вероника». Моя фотография, и мне еще тут сердечко приклеили. Вот так вот. А также нам дали вот такой вот шопер со скрепочками. Это типа знак ученика года конкурса. Носки. Носков я нигде вообще не видела. Вот такой вот блокнотичек. Ручечка тут написано «Ученик года». Маска, она очень большая, кстати, обширная. Такая вот открыточка «Твое время сейчас». И, конечно же, поп-сокет. Так что вот так вот. Мне все очень нравится пока что. И рум-тур по комнате, потому что я вам еще нормально ее не показала. Здесь вот у нас вот такая вот ванная. Ванная. Пойдемте дальше. Ну, тут обувь, курточки, зеркальце. Это моя кровать, небольшой беспорядок.
как-то так. Здесь спит моя соседка. Здесь у нас есть стол, где я ем, сижу, мечтаю о победе. Холодильник тут, представляете? Ну и прекрасный вид на ночной Ульяновск. Всем спокойной ночи, до завтра. Ну что, впереди испытание номер один. Творческая самопрезентация. Красивые картины. После решения кейса у нас был мастер-класс по юмору от участника КВН и даже, по-моему, Comedy Club. Стоп, прошел наш первый день, все было отлично, я самопрезентовалась успешно, потом были кейсы. Кейс у меня попался достаточно легкий, типа представьте, что вы президент класса, и один из учеников из вашего класса разбил стекло, вас зауч спрашивает, кто это сделал, и чтобы ответить. Вот так, и мы уходим на рефлексию. Everyone is watching, but I still feel so alone, alone, alone. And I've been waiting on a miracle, but by the time it comes, I'll probably be stoned or on my phone. Oh no. Всем привет! Сегодня у нас 10 декабря. Это уже второй день наших конкурсных испытаний. Сейчас утром у нас закончился краеведческий конкурс. В первой части мы представляли свои регионы. Вот, я представляла Севастополь, и потом сейчас мы пришли кушать в очень красивое кафе. Тут все прям по-новогоднему. Так, вон там даже есть елочка. А потом у нас будет вторая тестовая часть, где надо, ну, там будут спрашивать про все регионы уже России, и тебе надо в тестовой форме ответить. Вот так вот. Ну и завтра потом будет тоже ролевая игра, дебаты, и, по-моему, это все. Кстати, мы заказали бургеры с чечевичной и картофельной котлетой. Очень вкусно было. Потом, после тестовой части краеведческого конкурса, у нас была жеребьевка на дебаты. Это моя тема, на дебаты. И после этого мастер-класс по поеданию конфет. Ладно, это, конечно же, шутка. У нас был мастер-класс по командообразованию. Просто конфеты там были деньгами. Дебаты прошли отлично, я отстояла свою позицию за ЕГЭ, а далее у нас была ролевая игра, нас распределили по командам, и мы работали над своими авторскими ателье и шили одежду. Ну что, мы идем на танцевальный трамвай. Музыкальный.
Ну ладно, музыкальный. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. После нашей экскурсии на танцевальном и музыкальном трамвае у нас состоялось посвящение в РСМ, Российский Союз Молодежи, и там надо было произнести клятву и выпить коктейль из ряженки, сметаны и молока, то есть РСМ. Сегодня 12 число, и мы пришли на награждение. Значит, ты уже большой. Вагапов Кирилл Шамильевич, Челябинская область. Как вы видели, у меня не получилось выиграть в этом конкурсе. Я не выиграла ни призовое место, ни в какой номинации. Но ничего, я ни капельки не расстроилась, ведь это все равно был очень крутой опыт, новые знакомства, увидела новый город, и еще я купила новые джинсы. Забыла вам сказать, но они очень классные. Я рада. Так что да, не всегда получается стрелять ввысь, иногда ты падаешь вниз, но ничего, надо просто идти вперед, и все обязательно будет хорошо. У меня прекрасная прическа. Сегодня 13 декабря. Мы закрылись. Сейчас где-то 11.30 или 11.50. Я очень устала, а мы вернулись. Ура! Вы рады, Маргарита Михайловна? Конечно, я рада, Тимура. No doubt about it, but you made me feel unsure. Now you're acting triple, triple.